Снова здорово, господа, на связи Роман и канал Freeze and Games, а у нас Которчик, да, вернулись. Так, теперь я буду заново пробовать, собственно говоря, товарища Врука бомбить. Ну что ж ты как-то долго минус ставишь? Так, а куда он у нас может зайти, а куда зайти не может? Так, сюда, как я понимаю, может, да? А вот сюда уже не может. Хорошо, я тогда попробую. А нет, мне нельзя сюда. Ой, это было больно. И это было крайне болезненно, скажу я тебе так. Так, на тебе минку. На еще. На тебе еще, почему бы и нет. Чуть-чуть хиляемся. Сейчас я сюда мину ставлю. Смотри, 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 смотри. Сейчас шар вообще будет полностью нас закрывать. Ух, офигеть. Ой, хорош. Ой, отлично. Я не знаю, сколько надо мин натыкать для того, чтобы этот пацантр все-таки не выстоял. Но я наставлю все, которые у меня есть осколочные, потому что. Если что, я их все равно потом пособираю еще где-нибудь. Давай, 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 давай. Все, не ставится в одно место больше. Ну хорошо. Так, смотри, я делаю вот так вот. А, ты застрял, что ли? Нет, не застрял. Иди, иди сюда. Отлично. Так, я чувствую себя сильнее, что произошло, что мое восприятие, что-то происходит, оно расширяется. Ситхи, убийцы, которые нас выслеживают на близком расстоянии, способны высасывать силу из своей жертвы. На некоторое время это делает их сильнее. Но как я научусь ее выполнять? Не все техники силы осваиваются посредством длительных тренировок. Есть приемы, которые действуют на подсознательном уровне. Таким способом они заполняют бреши, которые возникают в силе. Хорошо, получены предметы, базовый излучатель светового меча. Ага, ага, ага. Так, у тебя есть световой меч? Ударная ячейка Телгром, модификация мантия мастера джедая. Сама ты херью, подожди. Подожди, я не разобрался. Здесь у нас много всего интересного, а здесь у нас мало всего интересного. Хорошо, ты... вот тебе подъем уровня, вот тебе тоже подъем уровня, вы автоматически подлечились. Хорошо. Дальше, что у нас вообще тут по заданию в принципе-то есть? Потерянный джедай, вы сразились с магистром Врука, мы убили его. Ну, естественно. Почему? Мне нужно тебе помочь сделать световой меч. Ты нашел, но еще тебе нужны линзы. А где мне это взять? А где же Рон, кстати? Да я знаю, что я герой Кунда. Ополченец. Погоди, я сейв. Мне нужен Жирон. Где Жирон-то здесь? А, все, я понял, где мы. У меня просто сразу не дошло. Так, опа, останки. Вкусные? Глушитель, продвинутый ремонтный набор, щит... А чё так беспонтово? Чё-то... Слушай, вы такие пацаны так-то крепкие, а лут вот вообще никакущий. Вот абсолютно ни разу никакой. Так, я очистил пещеру Кенратов. Так, все, вот кредит, который я обещал, даже с очищенными пещерами, я думаю, это заметно немного... Ага. Так, хорошо, это я сделал. Here, тебе всегда тут рады. Ну, естественно, как бы еще были бы не рады. Восстановить это понятно. Подозрительные товары. Ты обнаружил подозрительный бластер на теле замаскированного убийцы. На теле замаскированного убийцы. В ТСБ, вероятно, захотели бы узнать об этом. ТСБ, ТСБ, ТСБ. Это подожди, это же, по-моему, вообще другая планета, нет? Высокие ставки. Датону Хету, который танцует в баре. Он проиграл по ЗАГ. Теперь понятия не имею, что это. Короче, это все не то. Владение... А че у меня опять вебка-то глючит? Вебка, перестань глючить. Она, по-моему, дергается опять. Вот я почему не люблю все эти моды, переделки, недоделки, потому что программа по захвату потом ведет себя как-то немножко неадекватно чуть-чуть. Так, подожди, а где мой отряд? Где я могу его изменить, поменять? Во, хорош. Давай я тебя, или тебя, или тебя. Кого мне из вас удалить? Вот ты уйдешь, а вот тебя я добавлю. Ага. Так. Что у меня по линзам, башмак?
У меня все так же линз нету до сих пор. Yes. Let me see what you have. No, you're still missing a lens. Something else I can help you with. Да где я должен? Серьезно, а где я должен искать эту линзу? Подожди, кунду мы отбили, то есть я могу, по идее, отсюда выходить. Но остается еще одно место, где мы тут с тобой не были. Хорош, вебка тормозить, я не понял, что за дела? Перезапустил. Но мало ли, что вдруг. Так, где я, знаешь, где еще не был? Вот мы не ходили с тобой вот сюда. Это у нас что, во внутренний двор анклава? Во внутренний двор анклава. Так это все во внутренний двор анклава. Ну какая-то же разница ведь должна между ними быть. И где моя статуя, кстати? Мне обещали статую в честь меня поставить. Где она? Или что, не так быстро? Вы давайте мне статую ставьте. Я без статуи, не-не-не. Блин, а где мне брать эту линзу-то? Я рассчитывал, что уже со световым мечом буду гонять после этой планеты. Писали в комментариях, шуруй на Дантуин, там типа все дела, туда-си-сюда-си, там ты все найдешь. По идее, кто-то вроде писал, что нельзя типа в руку убивать, он тебе даст линзу. Ну так если я его убил, то я соответственно и карманы его просмотрел, обшмонал, правильно, правильно. А раз их там, его там не нашлось, линзы не нашлось, значит у него не было этой линзы. Или я что-то не то говорю, догоняю. Так, здесь мы еще с тобой не были. Да, это мы через другой проход зашли. Это лагерь сталкеров, это к полям Кунды. Это у нас в анклав, это у нас на подуровень анклава, хорошо. Блять, опять эти горные... Опа! Мандалорцы! Хорош! Здорово, пацаны! Чем я могу помочь? Что это створ мандалорцев делает на Дантуине? Просто пытаюсь заработать на жизнь. Здесь хотя бы есть люди, которые знают нам цену. Это не самая блатная работа, но покушать и кушать-то нам нужно, да? Да, согласен, абсолютно с тобой согласен. Так. И что мне с вами делать, пацанами? Пока ничего, да? Но я что-нибудь придумаю, вы не переживайте. Не переживайте, что-нибудь... Порешаем. Так, идешь сюда. Ой, подошла ножичком. Так, ткнула, блядь, как в консервную банку. Блин. Тут все рогатая. Давайте стороной обойдем, пацаны. Давайте, бочком, бочком. Аккуратненько, бочком, рачком. Вот так вот, потихонечку. Вон там лагерь сталкеров. Да ну нет. Нам там надо разобраться, они вроде как инструменты украли у фермеров или что-то типа того. Ты чё кряхтишь, старуха? Ну-ну-ну, давай-давай-давай. Блин, какие всё-таки это гончие карты, они крепкие. Заберите у меня старую, дайте мне серьезную рогатую гончую кат в этом... коллектив, в группу, в команду, в бригаду. У нас же тогда банда будет вообще непрошибаемая. Удаленный. Че у него ХП как-то все время мало? Или что это у него отображается? Давайте полечим пацана. Баудур, полечи своего спутника. О, хрен, он весь побитый без остановки. Вот эти нормально, достаточно быстро разлетаются. Так, давай мы тогда вот эту попробуем запинать. Лишь бы он та рогатая не сагрилась. Хотя, опять же, это опыт. А опыт это хорошо. Сколько у нас, кстати, мин осталось? Одна. Средняя осколочная мина, всего одна. Ну, что поделать? Наверное, можно было бы как-то и подэкономнее, да, там их положить, допустим, не 15, а 12 или 10. Но я не знал, сколько точно она наносит урона, сколько точно у него ХП, поэтому я просто перестраховался и решил его, собственно говоря, раз и навсегда отправить на тот джедайский свет.
Так, вот и лагерь сталкеров. Так, кто из вас что украл? Василенцев... Датуин был слишком переполнен на мой вкус. У меня все еще остался мусор джедаев. Покупаешь? В смысле, мне пора идти? А почему? Подожди, она мне предлагает купить. У меня тут все еще остался мусор джедаев. Покупаешь? Покупаю, дай мне выбор. Где он? Может, там линза есть? Какого ху? Так, понятно. О, пришли, надеюсь, что Дантуин обеспечит тебе необходимые запросы и подходящее развлечение. Это о чем ты хочешь поговорить? Я хотел бы поговорить про Голокрон. Надеюсь, тебе понравилось приобретение. А, так подожди. Не-не-не-не-не, погоди. Мне типа сказали, сгоняй в лагерь сталкеров. Там что-то с инструментом связано. Так, ладно. Хрен бы с ним. А где здесь карты выбираются? Лагерь наемников. А, то есть мне, чтобы куда-то зайти, чтобы посмотреть карту определенной области, мне надо в эту область зайти. Я просто думал, что я могу хотя бы на карте переключаться по областям. Ну, пойдем посмотрим, что мы на подуровне с тобой забыли. Как мне писали в комментариях, что я не зашел в одно местечко. Сейчас исправимся, без проблем. Я, честно говоря, не заметил, чтобы там было какое-то упущение. Я вроде везде пытался заходить. А, подожди, где сад? Прямо пройти. Да, все вспомнил. Здесь же три прохода, я пошел в правый проход, вышел с левого прохода, соответственно, в этот я не заходил, все верно. Вот, кстати, и мин немножко нашел заодно. Ну, это газовые, это неинтересные мины. Опять же, это опыт, почему бы и нет. Любое разминирование и поднятие, это нам 120 опыта в кочерышку. Так, идет Лайгрек к нам. И по идее, у нас должен открыться тот дверь, та дверь, которая не открывалась, которая The Cave Endure, или как она там называется, которая анклав, собственно говоря, и есть. То есть это под уровень анклава, он же подземелье. Вот, а анклав, он у нас там находится, в другом месте. Мы сейчас туда и попробуем пройти. Блин, еще один. А что, много у вас тут вообще, пацаны? Ну, здесь, в принципе, есть, да, немножко. Немножко есть где походить. Лайгрики у нас слабенькие. Ну, в плане подачи, по крайней мере. КП у них, ну так, нормальный показатель. Подача у них слабенькая. Что не может, с одной стороны, не радовать. Ой, старушка тазис применила. Тазис, стазис. Так, ящичек, что у нас тут есть? Подожди, мне некогда. Еба, их там три. Давайте, пацаны, долбим. Одного забьем, пока двое там... Слышь, ты, Бау, не дура, не трогай. О, хорош. Фокус-покус, червирокус. Минус. Ну-ну-ну, давай. Я, кстати, заметил, что когда втыкаешь... Адреналиновое ускорение, по-моему. Гиперадреналиновое ускорение. Ты кто? Мои лагреки, ты убил их, это мои питомцы. Ты вор, на которого жалуются Суулуну? Я не вор, люди отдают это джедаям взамен на их услуги. Они просто это дали. Почему ты хотел убить меня? Твои звери убивают людей. Что ты здесь? Твои звери убивают людей. Они нападают только на плохих людей, собирателей воров. Это место для джедаев. Они не джедаи, им придется уйти. А, внимательность. Я чувствую, что ты как-то связана с силой. Я подаван, и однажды я выучу достаточно много, чтобы стать джедаем. А, каким ветром сюда занесло подавана? Я здесь училась, когда пришли Дарт Малак и Ситхи. Я была за пределами анклава, мой учитель оставил меня в поместье Матейлов. Шен защищала меня.
Но ситхи пришли и начали заинтересоваться Реван. Как все всегда, Реван. Все мотелы погибли. Значит, я спряталась, я скрываюсь, пока не вернется мой учитель. Он не вернется. Я когда-то тоже был джедаем, и надеюсь, что буду им сумнее, нихера. Сейчас трудное время, я тоже когда-то был джедаем. Правда? Я и понятия не имел. Ты больше не джедай? А еще остались джедаи? Все джедаи погибли, теперь они очень слабы. Ты говоришь, как еще один мой учитель. Его тоже больше нет. Он говорил ужасные вещи. У тебя есть сила, дитя, ты хорошо ее используешь. Где твой учитель? Все мертвы, все до единого. Разорванные ситхами, замученные ситхами, убитые ситхами. Только Кайви осталось, только я. Подожди. У тебя есть сила, дитя, ты хорошо ее используешь. Я чувствую, что что-то сделала что-то не так, но об этом так тяжело думать, меня это злит. Гнев полезен, гнев делает тебя живым и сильным. Но разве не говорят джедаи, много времени прошло с тех пор и много чего случилось, но разве гнев не ведет к темной стороне? Да не, нахуй. Ты должна применить свою силу и пробить себе новое будущее. Убеждение сил, довольно, отбрось ложь джедаев. Если я единственный, я сделаю, как ты говоришь. Ты кажешься сильным и ты не боишься. Я больше не хочу бояться. Ты переубедил вообще, изи катка. Так, а что ты вообще? Зачем ты здесь? Почему ты хотела убить меня? Ты один из них, очередной вонючий сталкер. Ты охуела? Я чувствую, что ты... Так... Но они не заслуживают... Давай убьем тебя. Чё? А, нельзя, да? Я подаван, понятно, понятно. Ты можешь пойти своей дорогой, все джедаи погибли. Мне это надоело, ты слишком слаба, чтобы позволить тебе жить. Почему ты теперь здесь? Уходи, это мой, да ты уйди отсюда, живи, я ненавижу тебя. О, хорош, наконец-то мы нарвались. Так, силовая молния, силовой толчок, выпить жизнь, оглушение. А, ну понятно, да. Вот так ушки. Ух, отлично. Так, а мы что, сильно темное это в конце-то концов? Нет, еще не сильно темное. Сказали мне, что как только я достигну максимального предела темной или светлой стороны, то мне дадут, короче, у Крей, что ли, я смогу взять какой-то то ли класс, то ли что. О, вот и фокусные линзы! Я тебе говорю, ты не важно, пройдешь. Ты увидел очень много во время войны, ты хочешь продолжить свои страдания? Чё, страдают только слабые, сильные выносят. Как всегда, генерал, когда ты ведешь, я должен следовать, но только потому, что мы через многое прошли вместе. Потеряно влияние Баодур. Слышь, Баодур, ты давай не это. Ага. Это журнал Кайви. Многое в нем бессмысленно. И она обеспокоена призраками своего прошлого. Ее... Последняя запись. Сегодня ко мне в дом пришел другой вор. Его зовут Врук. Я отправила своих лайк-греков, чтобы они его выгнали, но он взмахнул рукой, и они стали неподвижны. Он очень изменился, и это меня напугало. Наемники, злые, пришли ко мне в дом и захватили его. Надеюсь, что он вернется, и я должна узнать, как ему удалось обмануть моих животных. Ты. Меч мне сделай, пожалуйста. В самом деле, ты не обязан назвать меня генералом. Извини, но вряд ли я когда-нибудь избавлюсь от своих воспоминаний. А я хотел выяснить, чем ты занимался после войны. Я скатался в течение нескольких лет, работая механиком на космическом корабле. После войны мне не хотелось нигде задерживаться. А во время моего изгнания со мной было то же. Тогда ты понимаешь мое нетерпение. Хоть война закончена, я ничего не могу найти покоя. Пока я странствовал по галактике, у меня не было времени размышлять о случившемся. Понимаешь, почему? Да, слишком хорошо. Я уверен в тебе. Я решил сделать что-нибудь созидательное. Я хотел исправить ошибки, совершенные во время войны. Я собирался заняться разработкой планетарных щитов, но вряд ли кто-нибудь мог заинтересоваться таким дорогостоящим проектом. Тогда нужно было думать о восстановлении, а не о защите. Я выяснил, что Республика решила вложить средства в восстановление Телоса, и это меня очень обнадежило. Мне доводилось побывать на Телосе до того. Ага, но зеркало все испортило. Я надеялся, что смогу от нее избавиться, но сейчас понимаю, что самому мне не справиться. Так, хорошо. Оставляю тебя заниматься своим ремонтом. Но разговаривать с тобой приятнее, чем с машинами днями напролет. Чем я еще могу помочь? Да, световой меч мне собери. Это все, теперь нужно лишь поработать в мастерской. Так, двухсторонний или одноручный? Если одноручный, тогда я смогу два световых меча. Если двухсторонний, тогда... Ну смотри, с двумя мы гоняли, получается, в прошлой части.
Блин, да не люблю я двухсторонние. Двухсторонний у кого был? У Дарт Мола, по-моему, да? Не, ну Дарт Мол прикольный чувак. А давай для разнообразия двухсторонний запилим. Желтый или фиолетовый? Я хочу красный вообще так-то. Я еще не желтый, не фиолетовый. Я хочу красный. Хорош. Отличненько. Так, а верстачок бы мне бы еще? Нет? Верстачок можно мне? Верстачок. Так, а верстачка тут походу-то и нету. Отстой. Мантия рыцаря джедая. Что за мантия рыцаря джедая? Это мастер джедай. Это рыцарь джедай. Ничего интересного. Так. Ничего здесь не работает. Ящики все пустые. Понятно. Здорово. Ладно, пошли. Ну, по идее, теперь я должен, наверное, уметь собирать склад. Станция. Отсек дроидов. Ой, верстак тут есть. Пошли верстак сгоняем. По идее, теперь-то, когда я овладел световым мечом, то я могу, наверное, собирать и вражеские световые мечи. Но зачем мне это, опять же таки? Я просто забыл, что мы сделали двухсторонний меч. Я думал, что я взял одноручный, и теперь мне нужен второй одноручный для того, чтобы быть папкой. Но нет, я теперь сразу папка. Так, мне дальше надо. Кстати, а на записи ты видишь совершенно другую графику, которая есть вот у меня сейчас. У меня нету практически никаких эффектов, а на записи почему-то они есть. То есть я играю фактически в игру без модов, но в разрешении Full HD. А на записи ты видишь все уже с модами, все Full HD или даже 2К. Довольно-таки странно получается. Ну, что поделать, что поделать. Так, а вот и верстак. Модернизировать изделия. Двухсторонний меч. Модернизировать, конечно же. Кристалл желтый, кристалл фиолетовый. Я не хочу. Так, кристалл Некстер. Атака. Плюс один, диапазон критической атаки 2. Урон. Отражение бластера. Этот темный кристалл, его мощь воздействует на обладателя. Кристалл полупрозрачен. Ну, давай я, конечно, вставлю, но что это мне дает? А, это вот это все дает? Серьезно? Подожди, а если я уберу? Охереть, он сколько дает? Ты посмотри. Так. Так, это понятно. Урон и атаку. Мудрость, харизму, ловкость, острый, атака, мудрость. Так, смотри, урон, атака, сразу же автоматически мы делаем. Отражение бластерных зарядов. Отражение бластерных зарядов минус 2, но зато бонус к урону плюс 1 энергия. Здесь отражение бластерных зарядов плюс 1. Здесь у нас... А так подожди, я здесь... А, вот так вот. Бонус защиты минус 1, эффект при попадании замедления. Ну, допустим. Бонус к урону электричества. Так, подожди, а здесь-то что я поставлю? Бонус к урону, 1 энергия точечный, бластерных, отражение бластерных зарядов. Модификация атаки плюс 1, бонус к урону энергия, но при этом отражение бластерное. Ну и хрен это отражение бластерное. Смотри, какой меч у нас. Ох-ху-ху-ху-ху-ху-ху, какой у нас мечара-то, а? 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 Хорош. Так, а я могу модернизировать... Вот эту штуку. А, здесь у нас ничего нет. Регенерация 1. Ой, плюс 1 к дробящему, колющему и режущему. Давай. Почему бы нет? У меня какой смысл от этой регенерации 1? Серьезно, но эта единичка, она будет крайне долго, в принципе-то, накапливаться.
Регенерация пунктов силы. Вот это, кстати, прикольно. А я могу ее модифицировать? Да. Ну, здесь еще видишь, что еще есть. Навык убеждения. Вот мантия серого джедая, смотри, бонус защиты, харизма 2, пунктов силы 1, регенерация 1. Здесь у нас что? Убеждение плюс 1, харизма мудрость. Харизма плюс 2. Да не, у меня нормальная мантия, все, отстань, пошли. Пошли в анклав, попробуем забуриться. Мне кажется, теперь-то мы можем зайти, опять же, если верить твоим комментариям, то мы теперь должны прям вообще по-царски туда вломиться. F5. Главное не забывать, надо почаще, почаще, почаще. Но тогда получается, смотри, я получается зря качал владение двумя оружиями. Хотя не, подожди, как это зря? Владение двумя оружиями сопоставимо с владением одним двуручным мечом. Потому что двуручным мечом ты также владеешь двумя руками. Ну, я себе так это представляю. Обычно во всех играх, в принципе, так. У тебя либо два малых меча, либо один большой, один малый. Ну, это в Diablo Warrior прокачанный можно так сделать. У остальных это как? Либо два малых, либо один большой, либо один двуручный. Одно двуручное оружие. По идее, как бы оно должно тоже, наверное, влиять. Надо почитать, кстати. Кевит Эндур. А как зовут? И куда? Сказали, откроют. Меня обманули. Не работает эта шляпа. Полям Кунды, к полям Кунды, лагерь сталкеров, лагерь наемников. А куда мне тогда идти? Какие задания выполнять? Покупаешь. Так, подожди, не понял. Серьезно, а куда мне тогда двигать? Это у нас к полям Кунды. Здесь у нас тоже ничего нет, кроме рогатой скотины где-то здесь одна есть. Пошли, кстати, попробуем его завалить новым мечом. Кстати, а с двуручным мечом не прыгает, как в первой части. Хорошее оглушение прошло. Ну, как-то пока не ясно. Лучше, не лучше. Что-то я, честно говоря, пока понять не могу. Допустим, лагерь наемников. Ну, что мне это дает лагерь наемников? Ничего не дает. Так, это кристальная пещера, это место крушения, это вход в гараж Кунды, это... Ага, это по кругу пройти. Так у нас только черный ястреб остается, серьезно? Все, улетать? Не, мне сказали то, что там же можно открыть, когда я завалю всех, у меня откроется проход в анклав. Почему не открывается? Что за дичь? Кого я еще не завалил? Какое задание я еще не выполнил? Что-то я не могу понять. Ага. Да как это заперто? Я только-только через эти двери выходил. Так, Акере. Так. На товары. Что ты мне можешь показать? Так, это на дроидов, это все на дроидов. Подожди, отстань от меня.
Ты ебался со своим магазином. Эти наемники оказались слабаки. Да нихера себе ты дурной. У меня только сейчас дошло то, что я прочитал, прикинь. Они нифига не слабаки так-то. Они, блин, меня тут ложили несколько раз подряд. Так. Не, серьезно, а что за дичь? С кем мне тут поговорить? Да, это я, конечно. Да мне насрать. Да насрать вообще дважды, трижды. Да, на когда-нибудь смогу вернуть тебе этот долг. Ёбушек. Так, а мне прям все? Барыга слился. Ха, интересно. А куда мне тогда дальше? Не, я понимаю, что можно улететь отсюда, в принципе. Но я ж надеялся все-таки на... Ага. Личные двери не открываются. Так, здесь были дроиды, но их уже тут нет. Это верстак, понятно. Все, у нас только остается черный ястреб. Так, аж... Так, слышь? А где старая? Ты-то мне вечно втираешь про всякую силу, там, не силу. Может, сейчас тоже что-нибудь затрешь мне? Твоя сила возросла, я ощущаю ее знак над тобой. Знай, самые большие тайны нельзя разгадать, перейдя на темную сторону. Это быстрый путь и часто короткий. Я ощущаю в тебе беспокойство, это подорвет твою силу. Так, почему люди беспокоят меня этим презрением? Мне... Нужна возможность проверить свою силу против кого-то более сильного. Нет способа проявить мою силу, когда галактика заполнена дураками, не способными решить собственных... Кого-то... Они чувствуют тебя силу и решительность. Их жизнь статична, ограничена, и они замечают тех, у кого нет таких оков. Так. Так, подожди, ладно, все, отстань. Да не хочу я с тобой разговаривать. Можно от тебя отделаться? Мне пора идти. Вот просто вот так вот взял и получил очки темной стороны. Ну, хорошо. Хорошо, почему бы нет? Так. Ну тогда получается, нам надо улетать отсюда. А куда нам лететь? Я не помню. Ой! Сейчас чихну. Ой, будь здоров, Рамулька, спасибо. А, цель достигнута. Давайте начнем упрощать общение и уничтожение вражеских войск. Так, на. Иди, сражайся. Так, нет, последнюю атаку отмени. Вот так. Вот так. Хорош, а мы их уделаем. Как пить дать уделаем. Так, первый ушел. Тут эхо такое, как будто бы они в туннеле. Но они не в туннеле, они, да, между двух бетонных как бы стен, но они не в туннеле. Отлично. Так, деталька для ОШК есть какая-нибудь? А, да, ОШК процессор. Шикарненько. И... Все. Получается, мне здесь больше нечего делать. Ты кто у нас, напомни? Теперь должен оцениться, что ты уничтожил. Держи пари, что ты не думал об этом. Дурак, что ли? Пошел ты нахер, дебил.
Так, с этим мы уже балаболили. Ладно, пошли тогда на выход. Не, ну а чё, у меня других вариантов нет. Я просто не представляю, куда мне еще идти. Вроде мы тут все осмотрели. Дверь эта не открывается. Я... Так, это у нас Бауни Дур. А где у нас Ашка стоит? Попробовать пацана восстановить. А, вон он. Так, установить процессор дроида. А, усилить поврежденный корпус дроида тем, который у вас есть. От дроида исходит небольшое жужжание, звук и искрение схем. Восстановление питания систем дроида. Активирован. Производится проверка основных систем. Очевидно, я получил значительные повреждения и был разобран. Чувствую каждую трещину в мотиваторах. А мой центральный блок управления был поражен бластером на близком расстоянии. Как грубо. А почему ты был в нашей камере хранения? Я не знаю, хозяин. Странно, что я был здесь. Хотя это место и впрямь кажется знакомым. Возможно, кто-то уже занимался моей реконструкцией. Похоже, для меня было какое-то предназначение. А ты как в целом? Потерять почти все мои протоколы убийства – это в порядке? Нет, я совсем не в порядке. Более того, у меня, по всей видимости, отсутствует дискреционное управление речевым блоком, в силу чего я раскрыл свое истинное назначение в качестве дроида-убийцы непревзойденной изощренности. Что с тобой произошло? Ты похож на тех дроидов, которые охотятся за мной. Ты дроид-убийца? Да, как я уже сказал, я дроид-убийца. Моя основная функция – прожигание дырок в кусках мяса, которых вы пожелаете стереть с лица галактики, хозяин. Ох, как я ненавижу этот термин. Так, ну придется привыкать. Мне не очень улыбается перспектива медроида. Ты готов слушать, медроид? Да, хозяин, АШК-47 всегда готов слушать вам. Шикарно. Вот без всяких этих. Шикарно, да, я согласен. Я очень даже согласен. Ладно, полетели дальше, а вот только единственный вопрос, куда? Выход рампы, подожди. А, ну да, я все правильно, или неправильно? Не, я неправильно иду. Стой, какого хера, я опять заблудился, гребаный корабль. Вот это же кокпит, да. Мне полностью чуть-чуть вот так вот надо. Целиком и полностью в другую сторону. То есть сюда. Так, Антоха у нас тут сидит. Смотри, это мы на Дантуине. А, не, где? На Дантуине. Сдрыснули мы с Телоса. Есть у нас еще Пирагус, Андерон, Наршарда, Карибан. Я не знаю куда. А где у меня тетушка Крея? Что она мне расскажет? Старая, ты где? Так, это Бауни Дур. Погоди, где старуха спряталась? Во-первых, я на темной стороне, старая. Слышь, ты можешь меня уже в принципе обучать, чему ты там хотела меня обучить. Так, это движки. Ты у нас ездишь, ремонтируешься. Ты у нас склад. А, вот где старая, точно. Скольких еще мы собираемся взять? Корабль не гостиница, тут не так много места. Давай, да успокойся. Только те, кто хотят быть с нами и помочь нам. А тогда готовьтесь к армии. Похоже, их появляется еще много. Появится еще много. Они последуют за тобой, потому что ты лидер. Таких всегда кто-то нужен, даже если эта фигура не заслуживает подчинения. Это мои друзья, а не последователи. Почему-то думаю, что они повинуются мне. Я заслуживаю такого повинения от них и от тебя. Так, подожди, хватит и грубить. Почему ты думаешь, что они повинуются мне? Потому что я все вижу. Я вижу то, что они, слышу их голоса, когда они говорят с тобой, и замечаю изменения, когда они говорят с другими. Почему ты злишься? Я многое знаю и знаю, что мне неизвестно, и я не лидер. Мой голос никогда не сдвинет других, мою страсть не услышат. Они подчиняются, потому что ты лидер, а может нечто большее. Ты знаешь, что происходит? Ты это в них ощущаешь? Нет, что?
они подражают тебе, сражаясь или сдаваясь своим чувствам, своей преданности, своему долгу. Только твое присутствие служит для них примером того, что надо поддерживать, против чего сражаться. Внимательно наблюдай за ними и распознай в этом силу. Влияние может быть оружием. А как насчет тебя? Я? Я только зеркало, где отображается то, что не могут увидеть твои собственные глаза. Так, тогда я подумаю над тем, как можно использовать моих союзников. Отлично. Тогда действуй. Это мощный инструмент для мотивации других. Мне кажется, это был способ Реван. Это была сила. Что ты хочешь сказать? Дискуссия, скорее всего, для другого раза. У меня есть другие вопросы, сказано достаточно, неважно мне пройти. Опять темный. Да что бы я с ней не поговорил, что бы я ни делал, мне все равно очки темной стороны дают. Да ты что? Что ты со мной творишь? Ладно, хватит. Короче, пиши, на какую планету мы отправимся, собственно говоря, дальше. Подписывайся, если интересненько, жмякай лайк. Жду тебя в комментариях. Большое спасибо, что посмотрел, и да пребудет с тобой сила.